Здравствуйте, уважаемые любители самой зрелищной игры с мячом в мире. Рады вас приветствовать на матче 32-го чемпионата. В первом круге здесь Марат Шарипов. Хорошее пространство получил, улучшает позицию, бьет и гол! Марат Шарипов на третьей минуте открывает счет в этой игре. Вот так вот, смотри, повтор. Мяч ворота команды «Спальнефть» сделал Шарипов. Сам для себя вы. Атака опасная. Здесь Янис Бефус. Бросок и Лапин отбивает перед собой добивание Шарипова. Мимо. Джусоев у мяча. Вновь розыгрыш. Пока не доверяет бьющим. Толстихин опасно пробивал. Но руководство клуба не объявляет причины отсутствия этого прекрасного нападающего. Опасный бросок. Здесь Лапин. Поперечный перевод. Здесь Земцов. Открывается Рагулин. Заброс ему на ход. Обрабатывает мяч. Рагулин. Выход опасный. Не удается. Пока все. Удачно складывается. У москвичей они более остро атакуют с внешней стороны. И, конечно же, это только на пользу болельщикам. И здесь хороший момент. Бефус! Янис упускает момент. Демонстрирует Хабаровчанину. Но удается москвичам выйти. И здорово здесь. Бефус на Шарипова. Шарипов на Ахманаева. Выход один на один. Лапин. И вновь поджимает. Здесь Джусоев на перехвате. Играет пас. Не жадничает. О, Аникину не везет. Выход один на один. Девятый. Кирилл девятый. Ну вот. О, Лан Джусоев голевую передачу записал. Ангелогородцы, видим, болеют за дальневосточников. Смотрим еще раз повтор. Великолепно все сделали. Джусоев такой прострел. И там Кирилл девятых. Ну, уже хабаровчане не позволили сделать вовремя пас. Успели уже дальневосточники вернуться и позиционно расставиться. Шарипов опасно бьет. Сели на трибунах. И поддерживают они дальневосточников. Томас Мятя выходит на ударную позицию. Пробивает. Опасно, как в Финляндии. Чемпионате Швеции. Уже чемпионаты закончились. И финалы состоялись. Выход один на один. Ничков. Мимо. Вот момент еще у Алексея Ничкова. Да. Четвертая официальная игра в этом сезоне между командами. И пока преимущество за динамовцами. Ахманаев на первых минутах. Опасный момент. Бросок дальний. И отворот не попал. Выгоднейший 11-7. А в Ерофей-арене уже дальневосточники праздновали успех со счетом 9-5. Понимаете, какие результативные матчи. Каланчин! Владимир Каланчин впервые выводит свою команду в сегодняшней встрече вперед. На 47-й минуте игры. СКА «Нефтяника» смотрим повтор. Ну, здесь все Владимир Каланчин самостоятельно сделал в этом эпизоде. Матчи таких. Не до команды Василенко! Максим Василенко! Плюс 2. Вот так дебют второго тайма для хабаровчан. 2 быстрых гола в игре. И вот так Максим Василенко упрочил преимущество. Пола приезжал на открытие. Также занимаются в отделении фигурного катания. Здесь опасный удар. Наоборот. Побыстрее задвигался мяч. Васюк. Понравилось забивать, да? Томас Мятя. Опасный момент. И 4-1. Это Владимир Каланчин оформляет дубль. И, конечно же, игры. Покаивает себе защитника. Шарипа. Убирает скорость Марат. Заброс на Ахманаева. Выход один на один. И Лапин. Оказывается, не удел. 2-3. Да, именно московская «Динамо» у нас номинальный хозяин. Гулина, Ничкова. И смотрим повтор. Ну, здорово здесь Ахманаев разобрался. Оказалось, Лапин. Евгений Дергаев. Друзья Янсена, друзья Дергаева. Вот такой матч ожидает болельщиков. Воскресенье Ахманаев. Опасный момент. 2017 года хоккей с мячом официально признан даже Международной Федерацией Студенческого Спорта.
Опасный момент. Рагули! Лапин! Добивание! Ничко! 3-3! Жива интрига! Жива борьба за бронзовые медали! Мяч двоих кемеровчан, которые в составе московского «Динамо». Егор Рагулин на Алексея Ничкова. Наев. Алексей Ничков в составе «Динамо». Дупин, Каланчин. Есть момент. Будет удар. Момент есть. Овертайм. Нас ждет до золотого гола. Так он говорил, если тренерская установка Швеции дана игрокам. 30 минут, и здесь опасный момент. И Лапшин мог все поставить с ног на голову. Немцова такими хитростями не проймешь. Но вот Джусоев зато вступает в борьбу. Отбирает. Я чем-то решил сам пробить там мяч. А Томас открывался великолепно. А вам Джусоев. Он может и самостоятельно завершить. И Рагулин! Какой летный забивает Егор Рагулин! Шла 105-я минута второго овертайма. Вернее, матча. Второго овертайма. Это всего лишь 5-я минута, да. Кононов, Золотарев, Иванушкин рады. И болельщики, конечно же, на трибунах также приветствуют. Ну, просто сумасшедший мяч. Повтор. Проход Егора Ахманаева. Верховая закидушка. И по летному попадает мячу Егор Рагулин.